Всем привет! У нас сегодня акция. Кто пережил 3 месяца зимы, 4 и 5 месяцы в подарок. Но теперь перейдем к тому, зачем мы сюда сегодня пришли. Хорошей порции крутых фильмов. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. А начнем мы сегодня, пожалуй, с самой вкусной комедии. Вас выбрали для участия в кулинарном чемпионате мира. У меня даже команды нет. Да-да, вам не показалось. Любимые герои снова в деле. В жизни нового персонажа фильма Ивана все меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну. Они летят в Сочи на чемпионат мира среди поваров. Она выступает за Францию, а он за Россию. Ивану также предстоит разобраться в отношениях с папой, шеф-поваром Виктором Бариновым, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и еще помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии. Прошу прощения за ожидание. Я думаю, что мы после обеда быстро обо всем договоримся. Тогда все в руках ваших поваров. Они лучшие из лучших. Уверен, они не подведут. Хлебать мой суп. Интересно, тебя одного расстреляют? Или всех сразу? Вас выбрали для участия в кулинарном чемпионате мира. У меня даже команды нет. Вас спрашивают. Вот. Здрасте. Тебя Ваней зовут? Да. А что? Я твой отец. Фалафель мне в рот. Для мертвого ты неплохо выглядишь. Пузо летать не мешает. Петюш, ты что, по молодости пипетку свою вообще не придерживаешь? Чемпионат мира среди поваров приветствует вас! Ты что, нашу сестру обесчестил, что ли? А? Ты что, нашу сестру обесчестил, что ли? А? Поедешь сейчас с нами. Нет. Мы там разберемся. Все, залил. Не, ребят. Мы должны показать всем, что если мы не футбольная держава, то хотя бы кулинарная. Скукота. Он в Турции, ты за меня на второй день подрался. Романтика. Ты бросил ребенка и свалил. Отстань! А с друзьями так не поступают. А тебе кто сказал, что мы друзья? Шеф, где ваша команда? Знаешь, ведь есть вещи важные, есть вещи поважнее важных, ради которых мы готовы на все. Всем работать, рептилоиды! Кухня. Последняя битва. А теперь еще немного комедии. Мы знаем много фильмов про обмен телами, как мужчины становятся женщиной и наоборот. Но вот чтобы совмещать два тела в одном, не часто такое увидишь. Кто вам позволил врываться в кабинет? Я должна вам кое-что показать. Жанне настолько не везет с мужчинами, что она сгоряча клянется не иметь с ними больше никаких дел. Каково же ее изумление, когда однажды она просыпается мужчиной? Отныне ее жизнь превращается в нескончаемую череду невероятных происшествий. Как же я соскучилась. Ты не поверишь, за эти два месяца я будто прозрела. Я люблю тебя. Я встретил другую женщину. Что? Мама! Мам! Успокойся. Неужели ты думаешь, что ему могут присудить детей? Тебе адвокат звонил? Нет. Я выиграл, у нас совместная опека. Нет.
Переспи с кем-нибудь. Я пыталась. Он бабник, женатый, и к тому же мой сослуживец. Меня до сих пор тошнит. Я что-то сделал не так прошлой ночью. Не мой день. Внимание сотрудников. Отец был прав. Если никого нет, значит неудачница. Слушай, как мужики плачут. Нет, это я. Просто почудилась. Нет. По-моему, у меня вырос член. Да ты что? Боже, какая мерзость. Я не знаю, что со мной творится. Какого черта? Отвали от меня! Я не могу. Надо пойти к доктору Мессену. Кто вам позволил врываться в кабинет? Я должна вам кое-что показать. Женский мозг и мужской член. Представь, каких дел можно натворить. Будьте добры, принесите кофе. Вот зачем я вас вызвал. Мне думается, вы станете отличной командой. Ну... Что вы? Нет, совсем нет. Ни в коем случае. Все отлично, просто замечательно, поверьте. Правда? Но вы явно встревожены. Отнюдь. Нет, отнюдь. Да все женщины мечтают об этом. И я... Я не мечтаю. Мне противно. Как его вытащить? Помогите. Его нельзя вытащить. Успокойтесь. Мадам Кире, у вас в детстве был плюшевый мишка? Мсье Пин-Пин. Ну вот, назовите его Мсье Пин-Пин. Яички Мсье Пин-Пина тверденькие. Надо выпустить. Нет. Мне страшно. Зажмите Пин-Пина в кулаке и вперед. Представьте образ, который вас возбуждает. Где-нибудь в шале. Да. У камина. Да. Перед вами на медвежьей шкуре красавец-мужчина. Да. Он стонет. Ну что? Ничего. Ничего? Это отвратительно. Ладно. А если прекрасная женщина? А что она делает? Да кто ее знает? На голове стоит. Сами решайте. Жанна, ты что? Она же увидит. А зачем они носят такие штанишки? Кончай! Тебе надо трахнуть. Мне очень жаль. Сама не знаю, что на меня нашло. Алло, не зацикливайтесь на самом акте, вам ясно? Мне ясно, а Пин-Пину нет. Вспомните шале, огонь в камине, медвежью шкуру, ботфорты. Дорогая, это совсем не то, что ты подумала. Я приехал за детьми. Не волнуйся, они сейчас выйдут. Сейчас. Дети? Ты что, охрип? Смотрите, если вас в три не будет. Мамочка! Мои дорогие, твоя мама красивая, как принцесса. У мужчин стальные мышцы, но они не делают нас сильнее. А женщины за все в ответе. Вы влюблены? Это же здорово! В мужчину или в женщину? В мужчину, черт возьми! Скажите ей, что он любит ее. Он все поймет. Ну да. Слышишь? Разумеется. Хотя я не знаю, как бы я поступил на его месте. Ну а также вы сможете посмотреть триллер «Наваждение» для тех, кто любит сладости, документальный фильм «Охотники за медом» и немного драмы «Неаполитанские истории». На этом у меня все. Следите за киноновинками в программе «Объектив». Я же с вами прощаюсь. С вами был Рустам Калимуллин. Говорю вам пока-пока. Еще увидимся.